На днях состоялось большое духовное событие для жителей Тимоново и соседних деревень – установка куполов на местный храм Рождества Христова. Праздничную службу и освящение куполов совершили клирики Дмитровского церковного округа. Село Тимоново известно еще с 18 века. Здесь, на погосте под Болотье, на земле владельцев Коротневых, издавна находилась деревянная церковь в честь Рождества Христова. В 1705 году при Василии Ивановиче Коротневе на этом же месте была построена новая деревянная церковь. Время постройки каменной церкви в Тимоново, автор этого проекта, заказчик и строители, неизвестны. Архитектурно-строительный анализ формы и сопоставление церкви с другими постройками в окрестных селах позволяет экспертам датировать это здание концом 19 столетия. Не исключено, что церковь строилась как больничная при существовавших в селе в прошлом веке Тимоновской лечебнице и богадельне. В 30-е годы 20 века церковь была закрыта. За время запустения полностью было утрачено убранство интерьера внутри храма, кровля и главы на пределах и колокольни. Северо-западная часть свода храма была разрушена, вход в подвал засыпан. Реставрационные работы медленно начались уже в веке 21-м, и сейчас, с появлением новых доброхотов, возрождение Христорождественской церкви в селе Тимоново ускорилось.